В результате столкновения автомобилей в салоне одного из них оказался зажат водитель, которому требовалась срочная медицинская помощь. К месту происшествия незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей Хостинского подразделения МЧС. При помощи гидравлического инструмента они деблокировали 20-летнего местного жителя и передали его врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу молодой человек получил открытый перелом голени и был госпитализирован. Также известно, что в результате ДТП было повреждено 3 автомобиля.